Это Майкл. Ебал, дремал. Хорошо, что я назад уже смотрю. Где вы увидели Майкла? На мне сосет. Ты чё, мать, блин, пугаешь меня? Ладно, сиди, чини. Если тебе страшно, со мной чини. На мне отстать, он собрал, ушёл к дому с подвалом. Марго, сзади. Видимо, да. На Марго сосет. Марго, за кусты быстро. Да, я стараюсь. У него походу рил, Адончик. Да нет, у него не зеркало. Нахуя ему зеркало на закрытую, на открытую карту? А карту кто скипнул? Может, два краса? На рандоме. Скипнул. Ну, либо нет, он реально все палеты скинул. Ой, это... Лайна в скине? Да, с разрыва. Взрывной. У меня, кстати, он слава богу есть. Пожог и пожог. Уж у нее и правил лагает. Знаешь, ты кого-то останавливала. Как бот какой-то в углу стоит. Меня. Кто-то не двигается обычно. У меня что, палет? Крис, ты подснимешь там или надо идти? Не уверена. Хорошо, ладно, окей. Блин, Зарина ушла. Не только я на чининге. Может, она пойдет снимет? Матрица. Матрица. Не видишь, она идет к тебе, Зарина, или нет? Идет, идет. Ага, все. А то, знаете ли, меня тут обвинили пару дней назад, что я продала тиммейта, потому что я единственный, кто чинил ген, а два других рандома не захотели снять. Она не за мной. Ну, этот, видимо, думает, что научился. В мейн несет. На лачу сейчас пойдет, скорее всего. Да. Да, кликинга вообще никто не переиграет в Ваньке. Она не донесла? Да. Тихо. Лохозавр. Так, она не... Да. Блин, я не успею, да, не успею! На. Не успела. Герц. Она сюда идет, по-моему. Я еще ноген. Кидает топор в тебя, Крис. Аккуратненько. Она к тебе идет. Угу. Ну я дочинила цена своей жизни. Да, ценой моего Адрика тоже. Что? Так. Да надо было скипнуть ген, Крит. У нас все, что связано с грязью, все это сводится к ДБД. Потому что ДБД что? Наш любимый урод. В кавычках. Мой курсор. Я им буду играться. Замахнулся. Крыса. Вообще. Размахался. Нам надо того доктора, у которого анимация курильщика есть. У меня есть этот скин. Он в катках не меняется, к сожалению. Так он же, по идее, если я хочу... Обошёл! Не-не-не. Он так же и будет, нет? К сожалению. Только в лобби меняется. Ну, неважно. Мне понравилось, как он в разрыве стоит такой. И курит. И сосёт. Или курить переработки уже у человека. Ну, если учитывать, сколько он операций сделал, то да. А тут слили палету. Я упаду сейчас. Упадёшь. Упаду, упаду. О, Дима, привет, друг. В гардик понял, ты что-то вчера не так. А где вы бегаете? Вот, слушай, Дима, я к тебе как-то ночью приду, и ты простёшься без... Не то, что без штанов, ты без трусов проснёшься. Что? О!
Так, я, конечно, сильно извиняюсь, но очень детско звучит голос, мне страшно. Дима. По-другому звучит, а в реальной жизни вообще. Просто короче, по микрофону он звучит, да. Прям, знаешь, как это, прям такой сладенький. Прям уверенно так. Прям такая лоли девочка. Которая 17 лет и которая может матюкнуться, что ай не горюй. Ай, да. Ай не горюй, ай. Не надо, ничего не придумывай. Не, Дим, ты придумай, ты скажи. Дима, ну такова твоя судьба, походу. Зато... Ну, за... Да. И еще, ты мне до сих пор... Ты мне до сих пор голосовую должен. С озвучкой... Стоп, голосовую с чем? С озвучкой на кого-то, видимо. То, что я ему отправляла. Письменно. В письменной форме. Бежит, бежит, волосы назад. Чапула. Так, спину бы. От Матвея спину получить. Можно было и дать. Да. Ой. А, не-не-не, там, там чуваку надо спину дать. Да, там забыли. Пацаненка. Пацаненка же. Не-не-не, все, давай, 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 спину, давай спину. Бегите, бегите. Да он сейчас выгонит. Ой, я убежал. Нормально, нормально. Петри, ты сейчас тоже поляжешь. Ползи, ползи. Он тебя видел, все. Да блин, я не успел. Он умрет. Ну, Дим, прости. Там немножко не увидели. Можно было, ну... Бывает. Женя въебашить, что ли? Это пиздец какой-то. Как ее бегать, если Палета не станет в искажении, нахуй, и она выходит моментом, въебывает сразу? Но она меня заныривает. Не, она... Вроде тэпнулась. По мне тэпнулась. Хули ты такая быстрая, овца? Блять, надо было фриковать. Переиграла. Да, жестко, конечно, я сейчас побегу. Блять, ее тоже только придропать или обузить что-то, потому что, блять, в полете ее особо не побегаешь. Как же хорош. Повезло сейчас. Это, грубо говоря, наверное. Ай-яй. Ноу, Адам! Блять, как-то обидно осознавать, что я тут повисел. Да чего обидно? Не знаю. Блять, она тэпается, я понять не могу. Сюда она тэпается, нет, я забыл. Да я его тоже потерялась. Да, блять. Скажи уже, не тяни кота за яйца, ему больно. Уже орёт. Не знаю мне. Ну ёбаное всё, блядь. Откуда она тут нахуй взялась-то, блядь? Хэдди просто ушла. Ладно, съёбывайте. Дима, надеюсь, ты не будешь печатать ту фразу. Она тебя в подвал понесет, да? Нет. В лачуге подвал. Я почти спрыгнул. Тэпнулась куда-то. Можешь меня снять, в принципе. Да я иду. Если хочешь, конечно. Да, я ворота открыла, сразу в ворота беги. Выбор за тобой у тебя. Да, я знаю. Она сюда тэпнулась, наверное. Я спину дам. Куда-то да. Но она не успеет, если у нее наеда нет. Ебать, даже промахнулась, блядь.